В Мирнинском районе открыли новую ледовую площадку в Чернышевском. Этого события жители ждали долгие годы. И вот корт построен. Всем ли хватит на нем места и какие перспективы он открывает для жителей, выясняла моя коллега Августа Степанова. Хоккейную площадку в поселке строили совместно. Объект возвели в рамках программы партнерства между районной администрацией и компанией «Якутскэнерго». Строительство обошлось почти в 50 миллионов рублей. 29 выделили из районной казны. Остальную часть несли энергетики. Программа эта действует с 2013 года. Вначале она предусматривала совместное выделение средств на капитальный ремонт скульптурно-оздоровительного комплекса «Каскад». А затем уже благодаря инициативе генерального директора компании «Якутскэнерго» Олега Владимировича Тарасова было принято решение построить рядом с каскадом, с комплексом «Каскад» крытый хоккейный корт. Новый ледовый корт вмещает 40 человек одновременно. Ширина 44 метра, длина 24. Борта из стеклопластиковых панелей. Заниматься спортом можно до позднего вечера. По периметру установлено освещение. А открытие крытого корта, это событие подтверждает, что поселок и дальше развивается в спортивном направлении. Не каждое поселение может гордиться таким кортом. Поэтому мы, конечно, сегодня особенно рады, что наши дети будут посещать этот корт. Торжественные речи, поздравления и пожелания. На ледовой арене гости праздника. Представители районной и поселковой администрации, западных электрических сетей и комитета физической культуры. Ледовая мечта сбылась. И вот уже хозяева принимают первых гостей, юношескую команду Мирного. Новый корт, первая настоящая игра. Такой подарок в самом начале зимы стал настоящим праздником для чернышевцев. Августа Степанова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».